И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же на Генезисе. И сегодня мы пойдем в болото. Миссии заканчиваются потихоньку, полегоньку. Я вот сейчас так гляну, такой, опаньки. А в лунном биоме у меня осталась только одна миссия. Никогда ее не пройду. Вот, в вулканическом одна миссия. В снежном у меня получается только недозавершенные две миссии, две миссии и заметки, да. В океаническом тоже только недозавершенные миссии. Остается только болотный, да. И, собственно, ну, так сказать, чтобы разнообразить все-таки форс лунных биомов, пойдем в болотку. Прыг, скок и на вылет. Что у нас тут? Лягушку сопроводить. Ой, рыбалка на болоте, твою ж мать. Я не знаю, какой пройти. Еще одна охота на болоте. Вместо того, чтобы... Ну что, погнали? Погнали! Еще одна охота на болоте. Почему бы и нет? Так. Вперед в болото. Интересно, у меня вообще тут хоть телепорты есть у меня? Вау, у меня тут телепортов нет. Ну, замечательно. Значит, вперед. Так, как положено, в болото. Давай туда. Да, на N-ку оказалось немножечко не туда. Ну и в целом было неплохо. Добежать недолго, поэтому я думаю, лучше добежать. Телепортироваться, я думаю, буду дольше. О, зато есть дудошки. Хе-хей. О, здорово. Ну, на ходу, короче, такое себе. Так. Ну что, погнали. Кстати, давай лучше сразу телепортик сюда поставлю, чтобы потом легче было вернуться. Если что... Назовем болотом. А, пофигу, так пускай будет. Ох, это ж дебильные миссии. По поиску точек. А, не ловай. В смысле, я здесь только что пробегал. Какого фига? Это что ж это было? Игра, ты серьезно? Ну ладно. Здесь, по идее, должно быть полегче, нежели вулканический биом. Все-таки, я надеюсь. Теленочка там. Ага. Теленочку сразу же вижу. Так. Куда бежим? Понятно. Да ты серьезно? Собака. Крокодилья. Прикольно. Так, а чё-то дофига. Да-да... Супостат. Вот это основная будет проблема в болотном биоме. Поэтому нужно... Короче... Ага, спасай. Пошло все нафиг. Это самая основная будет проблема. Добраться из точки А в точку Б. Только так можно добраться по-нормальному, по-адекватному, без лишних проблем, без лишних хлопот и так далее. Прям ужасно. Не, времени дают хорошо, с запасом. Сейчас. А потом на бетке, на альфе. Чем мне там дадут? Да ничего мне там не дадут. Роме. Пиздюлей. Пуф-пуф-пуф. Так, куда? Туда. Честно, прям очень сильно устал. Сегодня я вообще... Вчера весь день снимал. Сегодня весь день... Сегодня весь день занимался...
загрузкой видосов на канал. А, в смысле, куда-то, да? И прям устал. Да, как бы казалось бы, что там загружать и так далее, но это у меня и монтаж, и загрузка, и вот это вот все. Немножечко устал. В общем, выходные прошли у меня очень даже продуктивно. Как бы не сказать лучше. И я очень рад, что месяц-то заканчивается. Скоро пойдем босяку мочить. Босяку. Босяку. А, во, вижу. Отлично. Ёп, твою ж за ногу, какое хорошее озеро. Мать вашу. Вы чё, со всех мест, что ли, сюда заспавнились? Ужас. Иди в задницу. Наступил, блин, на нее называется. Да. Здесь по болоту только так ходить. Без вариантов. О, нашел. Отлично. Поищем еще. Отлично. Ядри тебя, модель, нифига себе. Вот здесь ТПшка на Н. С помощью Хелены, по идее, проканает. Слушай, а реально, давай проверим. Ага, я на тебя навестись не могу. Проблемка. Вот ТПшка на Н была бы прям в тему, потому что это примерно я куда нужно бы ТПхнулся. Ну ладно, опять-таки же Рекс. На Рекс в помощь прям очень сильно. По болотам это прям must have. И бежим, бежим и мочим всех. Скоро у меня, кстати, такими темпами прокачается до капа. То есть до максимального левела. Это прям вообще будет огонь. Ну и ешкин кот. Долбаные деревья на болотах стоят мне тут. Мешаются. Так, туда, куда там? Туда, 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 туда. Ага, сюда. Ни черта не вижу. Давай сделаем ярче. Вот ты где. Давай сделаем вот так. Оп. И принскрин. Ну блин, камон, мне нужно картинки делать. Я вот, кстати, я понял, вспомнил, из-за чего я это понял и вспомнил, из-за чего я устал. Картинки делать — это просто отвратительно. Найти хотя бы примерно то, что я хочу. Я так скажу, 90% из всех картин, которые на видосах, это примерно то, что я не хотел. Это не то, что я хотел, я бы даже так сказал. То есть хотел бы я сделать получше, ну вы извините, картинку из головы на монитор проектировать пока не умею. Поэтому не надо лутать эту траву, долбаную. А! Я ничего не вижу. Поэтому такая вот беда. Надо точки телепортации сюда ставить. Тогда альфу я пройду на изи-бризи. Так, стоять. Я мимо прошел. Нафиг идите. Пиздюки. Зацепил. Так, ага, где-то рядом. Прям очень рядом. Прям как будто на этой скале. Ну погнали. Стоять. Чуть не проскочил мимо. Не, слушай, ну прикольно. Все равно здесь лучше, чем в лаве, честно. На Рексе протусить. Ой, а где?
О, туда дальше. На Рексе протусить, конечно, здесь вполне неплохо. О, не зря наверх поднимался. Кайф. Не зря. Это хорошо. Отлично. Поищем еще. Поищем еще. Да ты серьезно? Так, главное тут сейчас со скалы не бабахнуться. Это тебе не лунный биом, где можно это... лететь хоть откуда и типа там урона ноль. Да ё-моё, сраные листва, иди нафиг. Сраные листва. Да, кстати, сраные листва, иди нафиг, все правильно. Ну, в смысле там скала, что ли? Ёшкин кот. Да, ну не какай, когда мы бежим. Какай, когда я слезу с седла. Давай лучше сделаем так, ну нафиг. Оп. Северо-западный сифон? Что за упоротое название? Ну, допустим. Допустим, мы идем в северо-западный сифон. У меня с сифоном только две ассоциации. Первая — это аппарат, который заполняешь водой либо любой жидкостью, подключаешь баллон с газом, и он делает из... Ну, окей, допустим, логично. И он делает из негазированной... газированную воду. Добрый вечер. Добрый вечер. Я в смысле... А в смысле здесь не был? Прикол. Надзиратель этого биома исчез. И навсегда, как я понимаю, это выглядит как последний экзамен для выживших в этом биоме. Поэтому, само собой, не рассосёт. Если кто-то отключил надзирателя, то зачем? Единственная возможная причина — это посмотреть, как поведут себя выжившие. Пока у тебя все получалось, и я желаю тебе получить зачет и в этом тесте. Ой, я голоден. Ё-мо, это другая. Я думал, я приехал это там, где миссию сдавал. Этот типа убить всех вот это вот. А это другая точка. Офигеть. Да, это оно. О, здорово. Офигеть! Офигеть, реально. Так вот, первый сифон такой, а второй сифон тот, который у вас у всех в раковине. И куда вода сливается. Это тоже сифон. Ай, ёшкин кот. Ну, кстати, в целом я понимаю, почему это сифоном называется. Теперь. О, добрый вечер. Так, что я здесь получил? Село Наптера, ну спасибо. Ну, спасибо за седло Наптера. Всякая гадость. Зато светомет могу поставить и потом разобрать. Ха! Не, ну реально всякая гадость. А! Я серьезно, да обратно. Ёшкин кот. Слушай, ну допустим. А давай попробуем поставить телепорты. И немного счетерить. Сифон. Сифон. Ай, ёшкин кот. Да, так сделаем. Ну, погнали. Погнали туда. Запускаем бетку. И побежали по новой. Туда-сюда, сюда-туда. Здесь, по идее, нужно пройтись по низам. Заодно и проверим. Пособирать. Вот. Заодно и проверим. По идее, здесь тоже можно пройти. Вот. Поэтому... по идее, на всем полоте можно пробежаться без каких-либо хлопот проблем. Угу, наверх. Так. Ага, вот добрый вечер вижу. Это много, но нам нужно гораздо больше.
и поход на поверхность. Так, ну, братан, давай сам как-нибудь выруливай. За мной! Надеюсь, здесь никого нету. О, здорово. О, вот оно. Не вырулил. Окей. Значит, нужно было за собой вести. Ну, бог с ним. У меня есть прекрасная штука, которая позволяет призвать к себе бинусов. И это просто великолепно. Меньше заморочек. Погнали, погнали, погнали. Кстати, эта миссия вообще на одного же? Идея. А, до 8? Это что получается, типа... Каждый должен собрать по 4? Или в целом для всех это одно и то же? Интересно. Интересно, такая мысль в голове мне пришла. В голову. Ой, говорю, у меня это сейчас... У меня сейчас в голове все плохо. Вот сейчас я правильно сказал. В голове все плохо. А мысли приходят в голову. Ну, я прям очень хочу уже побыстрее закончить генезис. Чтобы приступить ко второму генезису. И по-нормальному повыживать. Я очень рассчитываю, что генезис второй будет намного лучше, чем первый. И там можно по-нормальному повыживать, а не вот это вот все, что здесь. Но, честно, я сомневаюсь. Я сомневаюсь, что как-то получится... Так, стоп, туда. Что-то получится лучше, чем Extinction. Ну, не знаю, мне Extinction пока что на данном этапе больше всех понравился в этом плане, как ни крути. Генезис, конечно, да, это вообще, это полная шляпа. Извилистый путь. Погнали. В целом, опять-таки, живот. На бетке я бегу без проблем. То есть, добегаю... Все легко и просто. То есть, время вполне достаточно. На альфе. На альфе. Самая проблема на альфе. Ну не лагай, ну что-то, блин, хомуха, мы что только что бегали. Слишком много вас. На один квадратный сантиметр. Вот, я говорю, то есть бежишь на Рексе, прям с запасом хватает. Опять-таки же, телепорт я ставлю чисто так с запасом. На всякий случай. Если получится пройти просто так, это вообще будет кайф. Ну, соответственно, я буду, ну, хорош тормозить. Ну ты что, погнали быстрее. Я буду стараться пробежать сначала как положено. А потом уже буду читерить. Если все-таки как положено, не получится пройти альфа-чан. Переименовать в 3. Ну, потом, соответственно, все эти телепорты просто соберу и все. Мелкие ублюдки, мать вашу. Так, туда, вижу. Или показалось. Фига себе свернул, ну какая... А! Слез. Куда дальше? Ну, куда-то сюда. Ага. Иди в баню. Козлы. Бесячие прям муравьи. Прям очень сильно бесячие муравьи. Ну ты козел! Сдохни, тварь. Так. Туда. Туда. Опять-таки же, если не тупить, пока что даже результат для альфа, по идее, вполне нормальный. Но главное не тупить. Ну и еще раз повторюсь, это все-таки не магма, это биомчики, все-таки биомчик полегче. Ну, алло, во, спасибо. Так. И сифон. Заметки.
ёшкин кот их. Было бы хорошо сейчас бы залезть, заметочку взять, но нет, времени нету. Но их слишком много. И они бесят. Ох. Не, ну главное успеть. Ну главное, конечно, успеть. Давай, давай, прорываемся сквозь все и вся. Воу-воу-воу, не лагай. Да, вот он, край. Уху! Отлично. Это именно то, что мы ищем. Так, где еще? Где-то здесь. Где-то там. Да, еще как бы из-за дальности ты сразу-то все и не увидишь. Поищем еще. Ага, здесь рядом. На проходе? На выходе? Наверху где-то? О, прикол. И неожиданность. Отлично. Не пропустил. Отлично. А, еще одна миссия. О, так, винтовка. Это прикольно. Опять-таки же седло Наптера. Шапочка. Кицаль. Снова седло Наптера. Но здесь в основном смотрю седло для Наптера. Ну и седло на Кицальку Адля. Допустим. О, водолок. Еще урона. Класс. Погнали обратно. Пробуем альфа. Так. Здесь, по идее, можно сразу спускаться вниз. Пора немного пошариться. Пара секунд экономии — это очень даже неплохо, как по мне. Раз. Казалось, наверное. Давай. Три. Ой, ты за мной бежишь. Кайф. И четыре. Отлично. Этот этап пройден. Давай, 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 давай. Отлично, вырулил. Да, здесь меньше заминок получил с первой. Это хорошо. Мне прям повезло. Они в ряд подряд были. Но 3 минуты, из которых ты полминуты тратишь на то, чтобы выбраться, это, конечно, да. Но тут, тут добежать. Тут главное добежать, а добежать такой маленький километраж — это прям легко. Сейчас главное не тупить. После всего. Постранись. Разойдись. Не мешайте. Ну, отлично. А, так это еще и оставшееся время на сбор. Угу. Отличненько. Да, это оно. Вот про это-то я и забыл, что это не только это в целом дается время на точку. Ну окей, допустим. Хорошо. Попробуем. Но опять-таки же не получится. Будем юзать читы. О, в смысле телепорт. Так, 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 так. Где-то там. Далеко-далеко есть земля. О, во, вижу, 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 вижу. Давай найдем еще. Давай, найдем еще. Где-то там. Не серь, когда я на тебе
Время тратишь. Стоять. Ой-ой-ой-ой, а вот это, конечно, тупость. Не, сам факт того, что сейчас этот кусок говна застрял в воздухе, это тупость, это понятное дело. А меня больше расстраивает, что 1500 километров нужно бежать. И у меня на все просто, там останется пару минут, даже меньше. Это, конечно, да, такое себе, но что поделаешь. Ну, давай пробовать бежать, пытаться... Чё там такое? Не знаю. Какой-то эффект появился. Ну, долбанное сраное листво, конечно, но бог с ним. Бежим! То есть у меня на все про все будет примерно 1,5 минуты, да? Это очень ужасно. Это очень ужасно. Что поделаешь? Что поделаешь? Ничего. Так, 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 так. Ну, отлично. Я ж нифига не вижу. Ай! Ну, отлично, я говно собрал вместо того, чтобы собрать это. Вместо того, чтобы собрать точку. Да, замечательно, можешь срать не тогда, когда это так не нужно. Тварина. Ага, да, нашел. Да, трава, конечно, прям жесткую подставу кинул, да. А в смысле он сюда... А, все, я понял. Я просто на эту точку наступил, блин, уже и пытаюсь найти. Знаю. Где? Ну, где-то там. Я все еще не оставляю надежды пройти нормально. На ту сторону. Не, в целом, конечно, тут как повезет. Можно пройти нормально и так, но... Вот сейчас вот смотри, наверху у меня заспавнилось, да? А могло заспавниться где-нибудь внизу. И то есть, как бы, по времени я бы успел. Но, увы. А заспавнилось наверху, то есть, соответственно, наверх ты никак просто так не заберешься. Соответственно, что? Соответственно, всираем точку. Пойдем по телепорту. Пошла нафиг эта игра. Не хочет она мне делать поблажек с первого раза. Там будем использовать читы в виде телепортов. Ха! Тоже нашли, чем расстроить. Ну, в целом, что я могу сказать? Мне опять попались те же самые плюс-минус, те же самые эти... точки. И на этот раз я пошел не с левой стороны на ту возвышенность, а с правой. И черт побери, там просто за поворотом уже был подъем наверх. То есть я пошел тогда, думая, что она за скалой, и типа какая разница, с какой стороны обходить, а она оказалась на скале. И там была разница, с какой стороны обходить. То есть в прошлый раз я бы даже бы прошел, если бы обошел бы немножечко справа. Но, ой. Ты ничего не пропустил? Отлично. Я перегружен. Отлично. Что мы в итоге получили? Арбалет, еще одно седло. Нагремет. Нагремет это прикольно. Огнемет это хорошо. Я потому что хочу попробовать с огнеметом подефаться против... всякого говна. Защита, ну, я имею в виду, когда буду защищаться кенгурушки и так далее. Огнемет, короче, прям норм, прям топовая тема на данном этапе. Вот такие вот дела. Что могу сказать?
обычная бродилка, но намного легче, чем на других картах, допустим. В Магме было точно намного хуже, так как там вот этот вверх, вниз, слева, право, вот это вот нужно куда-то забираться, карабкаться и так далее. Здесь ты в основном бежишь по прямой, и все намного легче. Ну а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, ну и, конечно, делиться моими видео с моими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.